на самом деле проблема убийства людей разрешима, как и всякая заповедь, путем ее исполнения. Есть заповедь Божия, есть одна, вторая, третья, еще другие заповеди. И это не то, что какая-то проблема, да, это просто есть заповедь, которую надо выполнять. Но иногда люди просто не все этого знают, не все понимают, и поэтому нужно им объяснить. Но не всегда обычными способами удается достучаться до людей, но оказывается куда эффективнее другие способы, в частности, продемонстрировать свою веру, заявить о себе, чтобы об этом поговорили, чтобы об этом сказали. Кто-то задумается, кто-то потом в следующий раз еще присоединится к нам. Поэтому потраченное время сегодня не зря. Еще раз благодарю вас за то, что пришли. Просьба аккуратно ехать, чтобы не было никаких нареканий, чтобы не произошло никаких эксцессов. Если кто смущается сердцем, то можно по себе молитву какую-то читать кратко. Спасибо за просмотр. Благословение Господне вам от вас, только благодать чего будет всегда на небе. Человеческий плод. Плод. И Бог создал человека. Мы не имеем права отрывать жизнь в любом состоянии. Первой стадии, второй стадии и тому подобное. Ни в коем случае. Это мы, не мы создатели, а Бог. Человек должен сознать о том, что он прекращает жизнь, а это убийство.
Спасибо.